вплотную подошли к соревнованиям среди профессионалов. Ребята тренируются явно не первый год, не первый день, и даже, может быть, не первую пятилетку. Итак, уважаемые участники, большие аплодисменты парка, чтобы они, чтобы вы друг другу не мешали, потому что категория профессионала означает, что ребята будут летать просто через пол парка. For you, come along and see it's true.